течение сильное. Нас несет на банку. Машине! Что с двигателем? Когда можете дать ход? Вячеслав Борисович, полетел подшипник вала. Часа четыре провозимся, как минимум. Работайте. Хорошо. Тьфу. Только 3 месяца из капремонта и нате. Придется становиться на якорь. Боцман, отдать левый якорь. Разрешите? Кэп, ваш чей? Что ты кричишь? А? Не надо? Опять всякую пакость слушаешь. Но почему пакость? Я тебе сколько раз говорил. В рубку заходишь, вот без этого. Уйди с глаз моих. Есть. На камбуз. Упс. Вячеслав Борисович, справа по курсу неизвестное судно. Движется в нашу сторону. Так уж и неизвестное. На связь не выходит. Опознавательных знаков никаких. Идет прямо на нас. Они что там? Ослепли? Хорошо идет. Узлов 20, не меньше. Как на таран. Вот именно. Ох, не нравится мне все это. Вроде замедляет ход. Как ты думаешь, что им нужно? А черт их знает. Помой, вынеси. Чего? Помой, вынеси. А! Что бы вы без Гришки делали? Это пираты! Пираты? Пираты, мать твою! Пираты! Балундра! Пираты! Пираты! Слетелось вранье. Чувствуют твари, что мы не можем уйти. Вячеслав Борисович, что делать-то будем? А что мы можем? Шапками их закидать или морду набить? Подаем сигнал бедствия. Ну, начинается денек. Гена, ты вот что. Возьми пару человек. Нужно сломать приводы люков на грузовой палубе. Напрочь. Понял, понял. Так, может быть, груз сохраним. Люки не откроют, груз сохраним. Свистать всех наверх! Пираты! Пиратское нападение! В машине! Пожарные насосы включить! Сейчас мы их смоем! За борт! Ага, или они нас! Быстрее! Быстрее! Они на правом борту!
Мазафака! Кто у нас в этом районе? Никого. Ближайший сторожевой корабль может подойти через 10 часов. Нет, это слишком долго. А соседи? Что? Уж очень настойчиво просят участия своей спецгруппы. А что за груз на борту? Везут в Африку спутниковое навигационное оборудование. Последняя разработка ВПК. На охране экономят, а расхлебывать, как всегда, нам. Считается, зона не пиратоопасная. Груз не стратегический, но очень дорогой. В таком случае соседи из операции исключаем. Потом не разберешь, что пираты взяли, а что они. Шевелись. Встань сюда, руки на поручень. Чего уставился? Дай сюда. Урод. Пошевеливайся. Мне не нужен ваш корабль. Мы просто заберем вот это навигационное оборудование и оставим вас в покое. Спецгруппа будет в районе бедствия через 4 часа. Мои ребята вылетят с нашего аэродрома на Тузле на легком самолете. А кого собираешься послать? Своих орлов. Командир группы капитан второго ранга Булатов. Добро. Этот справится. И что это? Фанера летает? У нас все летает. Да уж. Только не все садится. Помнишь, командир, как мы... Бизон, помолчи, у парня первый вылет. Да ладно. Не волнуйся, парень. Мы на Зеньку полетим. Бизон, ставлю учебно-боевую задачу. Заткнись до вылета. А, то есть она все-таки полетит. Здравствуйте. Здорово. Ну, какие соображения? Вот в этом квадрате точка высадки. Кратчайший маршрут проходит через нейтральные воды. По метеоданным ветра нет, море спокойное. Десантироваться будете нормально. Расчетное время полета 4 часа. Угу. Так, ясно. От места высадки до объекта 3 мили. Ближе подойти не могу. Слышь, ты землицы-то взял с собой? Землицы? Зачем? Молодость моя грешная. У тебя ж первый вылет. Можно сказать, боевое крещение. Традицию надо соблюдать. Но традиция дело-то святое, только про землю я ничего не слышал. Чтобы все знать, и нужны старшие товарищи. Объясняю. В первую командировку надо родной земли с собой взять. Набери как можно больше. Что с ней делать, ты догадываешься? Ну откуда? Просвети. Значит так. Когда принесешь, командир заставит выбросить. Ты его не слушай. Других тоже не слушай. Стой на своем. Вот тогда у тебя все получится. Понял? Серьезно, что ли? Давай, хлопчик, мухой. 5 минут осталось. Давай, 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 давай. Когда вылет, командир?
Через 5 минут. Все погрузили? Так точно. Водолазные спецсредства, штурмовое, все на борту. Полный комплект. По машинам. Где Хазар? Готовится к первому вылету. Медвежья болезнь? Странно. Вроде бы крепкий парень. Вот. Что за хренотень, ботаник ты наш? Клочок родной земли, как положено. Хазар, а ну-ка выкидывай эту грязь обратно. Никак нельзя. Традиция превыше всего. Ах, традиции? Ну и кто же тебя надоумил? Так заведено. У нас в разведке. Не знаю, как у вас, а у нас без этого нельзя. А что, хорошая традиция? Ладно. Будем перенимать чужие традиции. Взлет разрешен, всем приготовиться. Придурок. Джо! Джо, чего ты ждешь? I can do a thing. Я ничего не могу сделать. Тут все сломано. Could you fix it? Починить сможешь? Yeah. Смогу, но нужен ремкомплект. Зря вы это сделали, капитан. Где у вас ремкомплект? Ничем не могу помочь. Его нет. Придется найти. Вы, разумеется, успели послать сигнал бедствия. Можете не отвечать. Разумеется, сообщили. Come on, let's go. Пошли со мной. У меня всего несколько часов на перегрузку. Go on. Что времени на уговоры нет. Go on. Что же вы творите так, гады? Повторяю вопрос. Где ремкомплект? На каждый отрицательный ответ мы будем убивать по одному вашему человеку. Ну так как? Вячеслав Борисович, разрешите, я все-таки починю. А то они сейчас всех перестреляют. Ладно, Андрюша, сделай. План судна запомнили? Ход действий понятен. Совсем как в тумане. Погоди-ка. Знать бы, сколько пиратов. Ну точно. Так оно и есть. Был я на таком. Ой, что-то я слаб. Надо бы подкрепиться, а? Тебе бы только пожрать. Сколько пиратов поймем на месте? Наша задача, как всегда, действовать максимально скрытно. Ну, это понятно. Батя, может, в шахматишки доиграем? Давай. Насколько я помню, ход твой. Конь c3 на d5. А мы ответим ферзем на f5. Ну ты даешь. А что такого? Треба подзаправиться, когда еще придется. А мы закроемся пешечкой. D2 на D3. Держи. Спасибо, не буду. Если ныряю с полным брюхом, у меня наружу все выходит. А у меня нормально. Сало всегда приживется. Бизон. Проживал? Тогда слушай.
Слон Г2 на H5. Так ведь это шах. Угу. Шахец подкрался незаметно. Товарищ адмирал, самолет выходит в точку десантирования. Метеоданные. Ветер норд-вест 2 метра в секунду. Волнение 0,5 балла. Локационная служба. Движение корабля не зафиксировано. Данные радиоперехвата есть? Никак нет. В эфире чисто. Сухогруз на связь не выходит. Добро. Готовьтесь! Через 40 минут будем над целью! Отлично, одеваемся, мы на подлете. Беркут, я Заря, доложите обстановку. Заря, я Беркут. 10 минут до точки десантирования. Беркут, последнее вводное. Времени у вас в обрез. Через 3 часа там будет соседское судно с местным спецназом. Вам там нельзя засвечиваться категорически. Как понял? Заря, Беркут, понял вас. На всю операцию 2 часа. Добро вашим решением. И берегите себя. Ты чего? Ничего. Вот я тоже думаю, что не стоит. Эй, на шхуне. What do you see on the... Что у нас на радаре? No, все чисто. Никаких кораблей поблизости нет. Хорошо. Слушай эфир на всех частотах. Особенно русские корабли. Okay. Как понял? Конец связи, босс. Там. Одеваемся, времени мало. Boss, I don't get it. Why is... Босс, я не понимаю, почему груз все еще не на нашем корабле. И вообще, какого черта мы ничего не делаем? Forget it. Забудь. Садись. Joe. How much time? Джо, сколько ты еще будешь возиться? Бас! Босс, поломка очень серьезная. Пока ничего не получается. А что русский механик? Но ведь запчастей нет. Ни один механик не поможет. Окей. Тогда приведи его сюда. Окей. And we... We'll open the container. А мы откроем контейнер и перенесем груз вручную. Through the hold. Do you understand me? Ты поняла меня? Thank you. And just move! Тогда пошевели своей задницей. Careful, it's fragile. Bring the cargo to the starboard side. Hustle, hustle! Давай, двигай. Я хочу спросить, когда я получу свои деньги. Прямо сейчас. Сколько ты хочешь? Я сделал все, как мы и договаривались. Я остановил двигатель в нужном месте, в нужное время. И ваши люди в порту мне обещали 50 тысяч. Ублюдок.
Так много? Да, но я очень рисковал. Значит, торговаться не будем? Мне же обещали деньги. Тебя обманули. What are you doing here? Джо, а что ты здесь делаешь? Иди на погрузку. Not here. Да не туда, а сюда. Okay, boss. Хорошо, босс, только возьму инструменты. Со мной. Мы на месте. Ждем четвертого. Понял тебя. Иду наверх. Careful, it's fragile. Hold the rope! You got it! Thank you.
Здесь трое в рубке. Еще двое у трюма. На пирате. Трое в рубке и двое на палубе. Готовится принимать контейнер. Разберемся по ходу. Третий и четвертый работаете на сухогрузе. Мы со вторым на пирате. Четвертый. Проход закрыт. Перед тобой пост. Объект вижу. Работай сам. Я его отвлеку. Приготовься по моей команде. Даю обратный отсчет. 3, 2, 1. СОС бы тоже не помешал. Ой, жаль, я не успел. Буй так и остался в руке. Не переживай, Гена. Сигнал о захвате наверняка прошел. Первый, я четвертый. Команду заперли на носу в трюме. Пусть посидят, пока мы работаем. Так. Не то. Сорвать чеку. Бросить за борт. Сигнал СОС автоматически. Так. Ой. Раз, два, три. What? Что это? Тревога. Первый, я третий, минус два. Кто там? Джек, is that you? Джек, это ты? Пить на вахте вредно. Хотя... Батя. Батя, это я. Чуть не выстрелил на звук. Значит, мне повезло. Ну, пошли, счастливчик. Пошли.
Первый в машинное отделение. Больше некуда. Второй пошел. Бизон. Багира, остаешься наверху. Бизон, осмотрись тут, мы в машинное. Я четвертый. В столовой чисто, иду на кампус. Понял, иду в трюм. Что у вас? Я первый. Взрыв на нижней палубе. Иду к вам. Я за ними. Я посмотрю. Ты где? Get back here. Возвращайся немедленно.
Быстрее. Испортил. Убирайся. Дальше проживешь. А ты меня не торопи. Сколько проживу, все мое. Так связи нет. Мы вызываем, вызываем. Не могла я ответить. Командир, у меня полный порядок. Бизон, вызывай базу. Есть. Командир, база на связи. Заря, я Беркут. Операция завершена. В экипаже 3/200 еще до нашего прибытия. Что с грузом? Груз в сохранности. Половина груза на пирате, пират на якоре. Нас никто не видел. Произведена полная зачистка. Потерь нет. Молодцы. Беркут, я Заря. Пограничное судно с местным спецназом уже на подходе. Уходите, как договаривались, в квадрат 3611. Эвакуатор будет через 4 часа. Как поняли, прием. Вас понял. Квадрат 3611. Приказано не светиться, пока нас соседский спецназ не обнаружил. Заводи мотор, Бизон. Не двигаться. Нашли с кем воевать! Гады! Разрешите представиться. Военный атташе Груздев. Операция по освобождению судна прошла успешно. Груз в полной сохранности. Вам бы только груз сохранить. А у меня люди погибли.
Excuse me. Извините, господин Груздев. Can I talk? Я могу вас задержать на несколько минут? Yes, да, конечно. Mr. Груздев, my commanders are really interested. Мое командование очень интересует вопрос. Кто проводил эту спецоперацию? My people. Мои люди обнаружили на пиратском корабле вот это. This. Do you think the operation has passed? А как вы думаете, операция прошла успешно? Yes. Yes. Indeed, it was. Да, конечно. Она прошла более чем успешно. Поскольку инцидент произошел в ваших территориальных водах, я думаю, что и отличилось именно ваше спецподразделение. Мое спецподразделение? А кто еще мог сработать так профессионально? В Москве считают именно так. Yes. Да. Yes. Of course. Да, конечно. Okay. Yes. Bye. До свидания. Всего хорошего.